Опаньки, вход в старое кладбище. Вот не знаю, новодел или нет, но выглядит очень таки солидно. Входим. Надеюсь, здесь можно снимать большинство новоделы. Но надеюсь, что здесь можно найти и старое. Что-то. Особо останавливаться не буду. Внизу бетон, возможно, это уже после сделали. Но вот это вот точно старое. Ну как старое, лет 100. Потому что кладбищ не было. Тут мы быстренько пройдемся. Посмотрим. Кошки бегают. Классненькое, уютненькое место. Там люди ходят. Ну вот до потопного тут мало, но есть. Породица Радивовича, то есть родня Радивовича. Это год какой? 1884 пишет. Угу. Да. Ну вот это вот допотопное, мне так кажется. 891-985. Ну положили в старый склеп, возможно. Могилы прямо на плитах. Плиты, плиты, плиты. 856, да. Да, то есть плиты были такие простые. Допотопных нет, все послепотопное. Вот интересно. Склепик. Тужный отец с бурами летик. 907 год. Вот в 907 году еще были такие вот интересные вещи. Да, все в старом допотопном стиле. Вот это вот старый саркофаг, который ни разу не для погребения. Вот это напоминает моно, смотри, старый саркофаг. О, стрела пробитая. Вот, смотри, с ручками. Его приспособили под склеп. А вон как написано, где. И вон вход, если можно пойти на другое кладбище. Видишь, там есть еще одно. Вот это вот типа греческий стиль. Стрела, видишь, ага, только еще вот какой год. 1883. Вон сверху написано. Или 63, или 83. Стефан какой-то. Два 86, 5, 2. Ну, скорее всего, 886. Вот 904 год.
написано, что 904, но это на новой совершенно стеле. То есть там видно, что другой материал, какой мраморная плита, другой материал вставлена, не родная, а вот родная, родные колонны, абсолютно черные после потопа, после удара. И тут пусто, видно, что это не могильная клеть, абсолютно. Тут что-то типа вставлено в бока сбоку, трехэтажное такое сооружение, но сомневаюсь, что это было именно для погребения. Вот там еще одна старая стела. Давай посмотрим, что здесь. Что здесь? Что-то очень античное, старое. А и подкова. Вот это стиль старый, допотопный. И это тоже. Это тоже. Носы сбили, постарались сбить, но видно, что носы прямые у этих людей и идут прямо вперед, то есть переносицы нету. Линия лба плавно переходит в линию носа. Постараюсь сейчас сбоку показать, если камера позволит. Вот они люди, где переносица просто-напросто переходит в нос, в лоб. И вот на этом хорошо видно. Вот. Вот она переносится просто-напросто. Ну, нету ее. И тут нету ее переносицы, нету. Вот она. Немножко другие люди. Немножко другие, а мы ГМО. Вот это тоже что-то допотопное. Вот такое в 907 году позволить себе мало кто могли. И церквушка, это маленький генератор. Это явно не для помолиться. И очень интересный крест с руной. Это явно не христианский современный. Это символ допотопный. Странно, как старое. Положили просто на старое место и сделали очень новую дощечку, приделали, вот и все. Так очень часто делают. На что-то старое вешают новую дощечку и говорят, что это вот совсем новое. Вот. Вот. Открывается крышка, кладется туда другой человек и пишется новая надпись. Семьями, да. То есть что-то очень-очень старое, древнее, где прах, возможно. Ну вот, это монолит, это вот старое, это другой материал. И это камень, это не бетон. И вот это зелененькое, это медь. Или покрашено, ну-ка. Вот новая вывеска, 901. Вот это 900, гродница, обителье Милутина какого-то. Да. Это вот после потопа, уже когда начали хоронить, уже после. Вот это тоже заливка, это вот не медными зубилами делали. Явно не медными зубилами. 858 и 900 какой-то там первый. И надписи, надписи, надписи. Вот это вот крышки приоткрываются, и туда кладется человечек, тело. Но сейчас попробуем пойти в церковь. Кладбище мы уже осмотрели, везде одно и то же. Очень много старых коробов, с новыми надписями. Вот и все.